Да-да, Садро, тихо. Вижу. Нахуй въебало, молодец. И слева, да? А второго. Попал. Я не попал. Ты не попал. А я не такие. А мы все такие, они все такие. Блять, я не туда хуйню. Ай, блять, с другой стороны стреляют. Я взорвал его. Сука, мы же не в трио играем, что за хуйня? Что за люди в Голливуде? Сандро, вот еще с той стороны в меня стреляли, стой вот. Иду к тебе. Не-не, ну ты этого убил точно? Нет, я его коцнул, но его тут нету. Сейчас, Вадим, я его слышу. Убил. Хорош. У меня бегают, я прям слушаю, у меня тут. Иду. Ай, блять! Да что за хуйня? Убегай. Да! Сука, не убивайте. Помилуйте, блять. Увидел, Сандро, ты увидел его? Ебать, я его ему дал. Бро, ну ебать, тут надо убивать это еще? Говно. Ну где-то здесь вот бегал. Сандро, по-моему, вот тут сейчас выбежишь на него, нет? Ладно. Бля, ебать, ты... Тихо. Хорош. Ну разъебали. А, еще один, сука! Пидор, я тебя выебал. Блять. Не попал? Вот там вот прям. Не попал? Вижу. Блять. Он мне камшот устроил. Да сука, как я в него не попадал, бля. Сейчас перележу. Бля, да сколько тут народу. Вадим, сори, сейчас мы тут разъебем весь этот... Чё, прям бежит? Их двое. Это правда. Пизда, бро. Бля, Андре. Это пиздец, блять. Это просто пизда. Тебе надо запомнить, где его голос. Вообще, привет. Так, вот тут грязь, она же, по идее, не вода. Блин, если Сандро как-то пожертвовать тобой, но взорвать крокодила. Смотри, ты его привлекай. Давай. Да, я уже начал зажигать. Я за деревом спрятался. Андре, мне послышалось или я два? Такого услышал. Ты пизда, блять, эту игру. Очко ебаное. Это что такое? Это не надо тебе это. Или можешь сейчас его кинуть, удушить или взорвать его рядом с ним. Ладно, поздно. Поздно. Он на мосту, вы говорите? Да, на мосту. Ну или рядом с мостом. Вон он, справа от моста. Справа от моста? Бля, не видел, клянусь. На том берегу. А, на том берегу? Ну да, справа от моста, на том берегу. Повторить. Справа от моста, на том берегу. Вон он. Долети и взорвись. Давай, трать на меня. Жук. Трать на меня свои патроны, уёба. Бля, сейчас... Че ты делаешь, нахуй? Давай, взрывай его, быстро! О, отлично. Что творит эта проститутка? Еще куда идти? Так, где у меня граната ваша? Есть осколочная. У меня есть моя знаменитая... Все, блять. Давай, выходи, я кидаю. Смотри, чтоб ты только в этот не попал. Ну-ну. У меня есть динамит. Сейчас, по приколу. Блять! Это было охуенно. Бегают. Эти нормальные копы. Я был раньше. Копы. Вот что происходит, когда копы приходят. Включается бандитская система быстрого оповещения. Сканеры и мобильные телефоны. Слушай, Жорт, они его видели. Это ком-то, детка, запад-восток, Черномазы. До свидания. Куда он убежал? На них обоих ордера выписали. Этих Черномазов хитро разыскивают. На него выписали просто на другого чувака. Лайфхак, когда убегаешь от полиции. Что-то натворилось, и ты уносишь ноги. Продолжай бежать. Потому что они все прикроют. Нужно просто продолжать бежать. Просто бежать.
полицейская машина. Становится понятно, что офицеры ничего не знают о демонстрации оружия, которую нам сейчас проводили. Да, еще бы, блять, они знали, менты. Был звонок, что здесь громко включают музыку. Да не может это быть музыка. Чел, вы, наверное, охуели. Ты залетел, сбежал, убежал. Это покажут по National Geographic. А, они бегут за тобой. Прячься с другой стороны от этого. Как только полицейские уехали, банда пошла делать групповое фото. Они регулярно шлют фотографии своим хоумисам, которые отбывают наказание. Давай. Да, я пишу всем хоми, присылаю фотки, рассказываю, что-то как. Блять, отлично. Страшно, пиздец. Я иду на, иду на другой район. Я выхожу, я вышел из Эйблака. Я чё, труп? Да. А? Ты зашел в район Крипом. Ой, к Блатсам. Блатсам, да. ATM! Опа. А, ты смотри. Ты видел, с какой задержкой он сейчас умер? Да. Босс белый. Большая достаточно. Охуеть. Это единственное, чему не сидела все это время. Бля, Сандро, ну мы с тобой ужасные убийцы. Блять, босс красный. Он что, встал, блядь, что ли? Да. Давай, отлично. Хилься. Ух. Стой на нем пока. Поставь на него, да, ловушку. Да. Быстрее ставь ловушку. Че, поставил? Поставил? Не поставил. Угу. Ишь, че, блять, умудрил тут сучонок. Пидорас, блять. Guess who's back? Back again. Shady's back. Tell a friend. Guess who's back? Не. Подсказка орёт. На крыше слышите по этой по шлёстке? Да. Да, я попал по нему и убил его. Найс, убил. Сюда говно. Он грену кидает? Давай. Он на втором этаже. У нас еще один. Че, где последняя чмоня? Может, игровой был. Может быть, ну ладно. Ладно, давай попробуй. Я просто пойду хилиться. Ну ты понял, где? Ну да, ты попал по нему. Бля, у меня же хп нихуя нет. Он туда-сюда ходит, наверное. Слушай, подожди, мы же боссу сняли много тебе хп. Тебя похилить? А, да, ну, вон он. Блять. Бля, у меня просто хп уже нихуя нет. Сука. Иди добей босса. А, ну давай попробуй. Я пока с челом разберусь. Ой, блять, убил? Перестрелка. Это не я, меня блядь. Убили. Уроды, не выходи, суки. Не выходи, там чел прямо, да. Прямо вот впереди, вот прям ровно, там на мне стоит. Взорвал шалаву. Блять, Сандро, это пиздец. Все нормально. Подожди, бро. У тебя чел там один, аккуратно. Он зашел. Да, слышу. С двух сторон. Давай! Отлично, сзади. Промазал. Ты чё за ёбри, блядь? Пиздец, ты чё нахуй вытворил, блядь? Ну чё, народ, погнали нахуй. Тогда сейчас секунду. Это ты? О, тут рядом уже стреляются, блядь. У меня свинине. А, нет. Они даже не дошли до свинины, уже стреляются. Да.
Идем вот по замокам. Вот я вижу их там вот. Иду, иду. Ой, я вижу. Убил? Ты обоих убил, что ли? Ведьмак дали автомат. Да, открыто. Ага. Сейчас я аккуратненько. Так, ага. Сбор наград. Да, он тоже медленный. У меня не получается. На низ смотри, прям самый низ. Я взял. Тут челы. Защищай меня. Давай. Господи, господи. Ты понимаешь, Сандро, что это награды пользовались только один раз до того, как ее спиздили. Хорошая награда, бери, чувак. Всего 70 баксов. Да. 70 долларов хант, чувак. Посмотрим сейчас, посмотрим, да, выбежим. Участие, я держусь сам по себе. Не создаю ни в какую банду. Подожди, какие? Я вижу. Мне нравится тематика Пайро. У меня много хоумис из Пайро. Мой брат состоит. Я видел, да. Не видел. Не видел, не видел патроны. Мой брат состоит. Быстрее, как собака. Я из-за криков этой хуйни вообще ничего не слышу. Знаешь, подними награду. Потом меня. Предоставлен сам себе. Ты сечешь. Блять, он встал. Сейчас я его сожгу, стой. Не может контролировать свои кишки. Да пошли туда. Слушай, ну я этого хотя бы сможем, блядь, зарашить. Чш-чш. Блядь. Из лука в меня попал. Ты его не видишь, блядь? Нет, я его не видел. Сука. Опять его из лука выстрелил. Ой, все, короче, опять это 18 говно. Метров. Дай в пизду уже все. Блядь, он весь зеленый, просто извини. Мне сложно этот цвет различить. Блять. Я типа реально его очень плохо вижу за то, что у него, ну типа, кожа вот эта ебаная. Между города и страны, но боль в горле способна сорвать планы, что может оказать и должное сопротивление, чтобы снизить боль, уменьшить воспаление. Постоянно в туре поезда, аэропорты, мое решение, тантум, верте, форте, сильное средство, даже сильнее цунами. Это тот случай, когда можно доверять рекламе. Это тантум, верте, форте, забивай думи. О, блять. Если ты в теме, помни, это тантум верде форте. Снова смартфон у девочек работы по горло. И только у одной все никак уперло. Или каблуки и короткие шорты. Твои подруги сказали. Блять. Да. Микробы точно проиграли этот батл. Нет ни одной свободной даты в моем расписании. Где бы я ни был, я всегда буду в центре внимания и состраданий к другим компаниям фармацевтическим. Лирическим. Тантум практически стал народным средством. Если бы он попал в iTunes на первое место, я попадаю прямо в цель и не парю котечку. А Тимати, кого ты лечишь? Им даже мои конкуренты лечат горлерланы. А мне пора, меня ждут города и страны. Это тантум верде форте. Я тебе так скажу, это сложное произведение. Это Эминем даже бы не зачитал. Все, я иду. Нормально. Я же говорю, сольник, блять. Опять же, может быть, его возродили. Все. Нет, сольник. Сольник. Нормально, я на нем фармлю опыты, КД. Да иди ты нахер, блядь. Заебал, блядь. Че ж не имеет? Бля, вас подожгли. Не имется никак. Пидормон. Да, слышу. Сейчас еще раз встанет, блядь. Да иди нахуй, блядь! Что сука тупая, нахуй! Че такое? Сколько у тебя хп, блядь? Они поднимаются, сука. Это лук? Ладно, я походу все, поэтому...
хуйню сделал, да? Не надо! Ой, блин, я подумал, у меня сзади. Бля, я услышал, как будто она сзади у меня. Нормально, нормально, О, не, я их, кстати, это... поджег. Сколько раз ты сольником убил? Ты себе все придумала. А, мне похуй. Бля, такие как в фильмах, когда этот, какая-то угроза появляется, вы два долбоеба встретитесь, Вики заметил, пиздец, пацаны, пацаны. Все, я убил. А я его лопатой угандошил, нахуй. Звук лопаты здесь офигенный. Вообще, блин, вот дизайн у игры хороший. О, тут не опять... подходите туда. Давай, 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 давай. Сейчас я ее лопатой пить. Он из-за того, лопаты что лопаты добей! Блядь! Пиздец, у меня писька хп осталась. Я сейчас умру, блядь, меня зомби убил. О, кстати, полоска хп не теряет. А, блядь. У меня сейчас навык, что ли, сгорит, да? Блядь, Сандра, еб твою мать. Его подобрать, интересно, можно заново? Бля, и все, надо поебал, блядь, Сандра. Некромант. Бля, подтвердил. Что? Блядь. Блядь, сука, идите вы в пизду. Кто сейчас тебя убил? Что тебя сейчас убило? Этот, когда падает, он напоследок машет перед собой. Пошли выйдем, пошли выйдем, пошли выйдем. Пошли выйдем. Пойдем выйдем, бля. Да нет, похуй, погнали, погнали. Я хотел попросить, чтобы Козлов камеру включил и пошел ему сочного леща, дал и убежал. Блять, нахуя. Вот это действительно армейский пранк. Я не знаю, просто как... прям такое желание непреодолимое появилось. Они туда бегут. А что он вам не нравится? Да он и тебе как-то не нравился. Подожди, подожди, подожди. Козлов спрашивает, что нам Петровский не нравится? Да, ну Петровский, ну он Dead Inside долбанный. Да, да, это же чисто дотер, бля. Козлов, я помню, подождите. Сейчас, секунду, быстренько. Козлов, разве не ты был главным хейтером Петровского? Его батя был главным хейтером Петровского в один момент. Я в голову упал, Сандро, я убил в голову человека. Я убил в голову человека в реальной жизни. Это Countdown. Ой, в меня попал кто-то. Ой, мама пришла. Я со сколочной попал, Сандро. Это смерть и убийство. Надо убивать все и всех. Ну ты охуенный член. Бро, сейчас я ему закину динамит. Ребят, тихо, ребята, 5 секунд и все враги умирают на этой карте. Слушай, Никита, а у тебя Паша Лумиера... Я убил! Я убийца! Я убиваю все в этом мире, нахуй! Найс. На, умирай, тварь! Дайте пообщаться с другом! Все сдохли, я сказал, блядь! Изи гейминг. Так, умрет ли жирный за одну стрелу? Ох, ебать его прям... О, тень! Его прям изнутри разрывает. Прям кайф. Красава, блядь. Ты жив? Ты че, сука, блядь? Сандра, ну ты ебанул, блядь. Сандра, ты пиздец, блядь. Мы оба сдохли. Блядь, Сандра. Я думал, только я сдох, я там смотрю, не вижу тебя, блядь, Сандра. Блядь. Сука. Я вот говорил, нам одного человека, да, хватит, чтобы нас уебать. Да нам, блядь, и люди не нужны, сука. Я прям на боссе. Бля, ща, вот просто он как вылезет, я ему, блядь, в очко заряжу. Вылези, вылези, бля. На нахуй поджог. Блять, падла. Взорвал, убил. Двоих? Бро, кажется, сейчас Эндерлор будет нажимать кайфовые кнопки. Раз. Да, обоих убил. Бро, бля. Нормально. Да, придет. Давай, давай, бля. Блять. Тихо, тихо, тихо. Не умирай, не умирай, не умирай. Я ухожу, я ухожу, я ухожу, я ухожу, я ухожу. Блять. Почему именно меня? Твари, дичи. Кругом бляди. Молодых и умных. Предпочитают дяди. Предпочитают сзади, забаву ради. Оцелки, оцелки, это будущее, блять. О, чел. Иду.
А кто умер? Я убил чела. Я просто вспоминал хороший качественный рэпчик. Чел заценил, походу. Это по тебе? Вот-вот. Нет. Чел. Давай. Под собаку. Ебать, ты просто нахуй. Это как-то смешно выглядит с твоего ракурса, конечно. Бля, я уже 4 раза доллары хант нашел. Так, Сандро, что за хуйня? Я умер. Зачем? Зомби. Зомби? Зомби. Так. И чё, блядь? Блядь, из-за этого? Вот видишь, разбит, да. Ты реально туда залез? Чё, ебло, что ли? Они ж меня там выследят сейчас. Это чел или часть окна? Да хуй знает. Ну, а ну ты ебать, конечно, придумал, блядь, Сандро. Ёб твою мать, Сандро. Не, ну ты вообще, блядь, прикол. Ну всё, ладно. Бля, надо было... Там ещё люди подходят, походу. Да и похуй, честно говоря, тут уже... Шансов нема, мне кажется. Бро, блять. Ты чё нахуй? Я забыл, что у меня охотник капнутый. Блин, правда, они сейчас павук. Я сейчас, правда, сдохну. Все, меня больше не поднять. А? Вон он. Вон еще, левее, да, вон он. О, ну все, блядь, приехали. О, охуеть, попал, да. Вон там, да, в кустах, выше. Ай. Что делает минус один, этот перезаряжайся. Ёб твою мать, Эндерлор. Чисто ж на жучару смотришь. Угу. Какой милый. Чисто милый. Опа, опять тузу в рукаве сюда, блядь. Так. Сандро, что ты так такаешь, мне ачивку дали, блядь. Тузу в рукаве, я, блядь, что название? Мне дали ачивку за охот. За одного охотника 50. Вот. Ну как, да. Мы столько страдали. Несколько месяцев. Ну вот, не, ну как несколько месяцев? Месяц, наверное, но все равно. Ну типа, чтобы именно эту ачивку увидеть. Ну, в принципе, да. Сведения там, ой, там сквадов было, ебать. Итак, бля, Костя Галкин. Ух. Дугальд Макмехил. Кара Торборг. Если у тебя 3 миллиона Эрланд, долларов будет, чел. И Виктория Дяченко. Кстати, я тебе напомню, Андре. Че? Сдавать охотников можно с 25 уровня. Да и хуй бы с ними. Это пиявка ебучая. Вот. Блять, да иди. Они на... прям тут оба. Блять, у меня хп сейчас закончится, ебаный в рот. Иду. Пиявки эти ебучие, блядь. Чё, блять? Я реально пиявку уебал. А, нет, меня убил чел. Пиздец. Челик? Да. Со снайпы. 493 метра? Чё? Это, видимо, рандомный шот. Нет, какой это, шут? Видимо, шот. Опять, это да, читер. Да, он тебя сквозь стену, убил. Это читер? Бро, звучит как читер. Чел, он сквозь стену стреляет. И чё, ну, читер. Ты мне скажи просто, что-то? Ну, сейчас запишу. Ну, давай этот... Смотри. Возроди меня, да. Смотри. Давай. Да, ебать! Читер Хант Шоудаун Official Gaming. Подожди, первый раз, что ли? А, блядь, у него никнейм lobbycheats.com, блядь. Заебись, спасибо, блядь. Охуенно. Ой, ну все, блядь. Пиздец, прирекламировали читы. Охуеть. Да, вот, видишь. Покажи еще раз пролет камеры, это охуеть.
Блять, я забыл, как фильм называется, но там, короче, фишка была в том, что типа стрелки могли. Ну, типа, они могли пули закручивать. Тоже не помню, какой именно Battle Pass я апал, по-моему, который был с. Вот этой, блять. Вот этой, блядь. Вот этой. Не, вот. Ты тоже да почувствовал чуть-чуть акцент. Как оно, блядь? Вот этот. Винтовка G. Я только вижу жирную. Короче, дальше, смотрите, дальше, сейчас попробую. Ты имеешь в виду это. А, это щупальца, это щупальца. Короче, это отражение солнца. Тихо. Сейчас попробую лютый тайминг словить. Готовы? Давайте. Давай. Раз, два. Да блять! Блять, я же ничего не делал! Эй, сука! Ну, кстати, задело. Блять, зачем ты это делаешь? Я тебя не бил. Это он снизу дотянулся, что ли? Походу. Съебалось еще. Сука. Хорошо, как смешно выглядело. А вон он. Видишь? Он там. Да. Вижу, да. За телегой. Я попал. Хорош. Убил. И второе говно. Он не один. Да-да-да, там двое. Убил, нет, попал по одному. Убил. Еще один должен быть. Попал, я попал. Отойди. Блять, я там за стенкой, сука. Попал еще раз. Попал еще раз. Я не вижу из-за дыма. Сука, этот ебучий дробовик. Убил, все. Сука, этот дробовик, бля, вообще не дамажит. Поднимите награду, парни. Я подниму, я поднимусь. Я не вижу ее. Ну ладно, Эрик, поднимай. Я раз пять. Катана, сейчас, погоди, я бронированно убью, подожди. Подожди, Эрика, у тебя нет какой-нибудь обычной шашечки? Чего нету? Обычной динамитной шашечки. Ножи? Нет, у меня только липучка и огонь. Ладно, да, я в него кину тогда. Раз, два, три. Видели этот трехочковый? Нихуя нет. Спасибо, пацаны. Да, то есть я это выдрачивал, будет, да? Нахуй я выдрачивал, тогда сидел тогда мне. А, ну ты же можешь 150-й, ой, 110-й быстро убить. Ебать, он далеко. Ну да, могу, но типа просто. Я думаю, блин, тогда мне не надо было сидеть, выдрачивать эту хуйню. Может эти как его наборы лошадей сможешь. Я иду. Бля, Сандро, это пиздец. Че я сейчас сделал? Трахнул? Прикольно. Че, это не новый охотник? Не. Охуел? Медленно улитка сбиралась на гору Фудзи, ничего не обещая. Дао ее совершенно. Вы же про коммунизм лишь пиздите. Ваше несовершенство в данном вопросе всем очевидно. Либо покажите мне коммунизм, либо идите нахуй. А, мы на крокодиле, значит. Опа, снизу, да? Да, я понял, да, блин, да, снизу. Все, давай, во-первых. Ну, блять, ну. Вон он! Я убил Сандро, ты знаешь, да, по кому ты попал? Я по тебе попал? Да. Бля, сори, я по нему целился перед не, тебя, ну, передо мной. Я просто, прыгнул, я просто прыгнул вниз, и типа, он не стрелял, ты тут стрелял. Скилл. Странно, у меня на это, ладно. Забей. Так, пустая кровь. Вы... Опа, папа, не стреляй. Да. Ой, ёб твою мать. Дружки его, что ли? Ну чё, пили, ребят? Опа, сверху вижу говно. Блять, ну он тоже... Там их двое. Один тут, один там. Да, вот сверху белый, короче. Негр в белом, в общем. Угу. Попал. Блять. Попал и убил. Там ещё один, чёрный. Попал, подожди. Попал, убил обоих. Ты прикинь. Четыре выстрела, все попал. Ебать. Так, блять, пошли на цепляют. Тут лучше это, бочка карьер с говном. Сейчас динамит выкину, ну нахуй себе. Уе. Бля. Ну почему? Андре. Почему? А как? Андре. А что? Андре. Я же вообще в пизду выкинул, как? Андре. Что? Да ну. Андре. Да почему? То есть ты тоже мертв, то есть? Не. Хотя мы в одном месте стояли, хули тут уебывать. Блять, и пишет, огонь потушен, заебись. А мне пишет...
Говорят, что я балбес, что я вчера с березы слез. Не человек, а динамит, и подо мной земля горит. И вообще правду говорят, но в этом я не виноват. А виноват тот, кто-то тот, кто у меня внутри живет. Он у меня внутри живет, он мне покоя не дает. Он удивительный хитрец, он баламут и обормот. Он творит из-под тишка, да так ж кружится башка. Обормот, он на слабо меня берет. Я мог бы по-другому жить. Я мог лобзиком пилить. И даже, боже мой, как знать, я мог бы марки собирать. И тихо за столом того старый книжный дом. И все соседи, наконец, сказали бы: ты молодец! Они только сейчас начали людей нанимать. То есть только сейчас начали нанимать. Меня на наймите. Поддержку, нахуй. Ну, ты можешь поддаться, если хочешь заявку. Поддаться. Блять, ты сука, Сандро, блядь. Ты, блядь, просто сука. Просто у тебя, блядь, как твоя рука ебучая вылезла передо мной, блядь. О, взрываю жирного. Эм, нахуй. О, перк вывал, красный какой-то. Блядь, бочку! Красный перк бочка, да? Короче, как это выглядело от твоего лица? Я его взорвал, я подбегаю, ну типа, его удать. О, мнимая смерть! И там за стеной бочка. Сиди по статье 228. Эй, блядь, эй, ю, ес! We know you here, you fucking fuck. Fuck you, Biden. We know you here, come out and suck my cock with bravery. Yes, yes, come out and I will come in you. Come here, I will kill you. Yes, like I killed your friend, come here. Это новый выпуск Скибиди Туалет или что за хуйня? Скибиди воп воп воп, yes, yes, скибиди дибиди вип. Да, так, ты прав. Да, значит. Никого нету. Стоп, наебал. А чё встал, чё встал, чё встал? Пидор, убежал направо. Вот сюда. А, теперь налё. Бля, Андрей, Андрей, Андрей. Отлично. А где ачивка? Ачивка? Ачивку дали сюда, сюда, я ж хп врыбал. Сюда, бля. Он там чел далеко. Изи, 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 изи. Что нахуй? Блять, Андре. Ну, слушай, мы с тобой стояли абсолютно одинаковом месте. Ща я ему липучку ебанул. Ох ты ж ебать. Ты меня ебанул. Я перекинул, потому что он нагнулся, когда он меня ударил. Ничего, у меня есть еще одна. Я кинул в него липучку. Ну. А, что там? Змея. Нет, не пойму, видимо. Ой, блядь. Это китайцы. Let's fight, пишут. Ну, они прям тут. Yes, yes. If you come here, you will die. Сандро, кто прочитает, тот сдохнет. Да, сверху хуйло. Ебать. Подождите, а мы разве не здесь были в прошлый раз, когда тут да, яд, хуяд, да. Есть нам смысл подниматься, чтобы он нас не чпокнул? Хуй знает, я уже поднялся. Ну видишь, он тебя попал, да? Угу. Что-то я дознал, Сандро, тихо. Я что-то знал. Вот тут, вот у меня, блядь, передо блядь. Мной. Он там вот. Ааа, ебать, я даун! Умри, блядь! Почему я попасть бро, не могу, ну ёбаный насрал. Бро, Ведьмак 3, дали автомат. Дали автомат. Ну, бро, блядь. Я весь автомат на неё въебал. Он встал! Куда, блядь? Сандро, он горит, он горит, он горит, у него же хп нет. Сандро, на 100... Как я 114 сняла, она не умерла? Я хуй знает. У него, а, у него этот, возможно, да, я убил. Не, ну просто...
Да, блядь! Блин! По жопе, блядь, под сраку, дуру. Сюда, блядь, говно. Блядь, что я делаю? Я, блядь, оружие с вами поменял, нахуй. Кайф. Куда, блядь? Алло, алло, алло. Бей, суку, бей, блядь. Блядь, заебал. Сука, дай мне тебя пообыскать. Да раз, ёбаный. Да алё, бля! Fuck you, fuck you, fuck you! Сука, да сколько можно, блядь? Сколько выпусков? Алё, успокойся, блядь. У меня столько записи нахуй не хватит, ебанушка, блядь. У меня уже я ничего не подбираю, кроме монеток. Сверху хуйло, я на крыше! На крыше хуйло. Я попал по нему, поджёг. Меня именно этот убил. Сандро, я отомщу за тебя. Спасибо, брат. Слушайте, навесиком! Он убежал я в другую попал, сторону. Сандро, я попал. А ты попал, нихуя? Ты прикинь. Все еще на крыше в дальнем конце. Сверху. Он убил. Сандро, ты прикинь, блядь. Андре, блядь, ты джокер самый настоящий, ты купитман. Нет людей рядом. Охуеть, бля. Бля. На, я вижу, я сейчас умру нахуй. Я спрошу тебе помочь, ты молчишь. На. Пошли, блять, врагов убивать называется. Заебись, вот как так-то? А кто умер? Блять, нахуй что за я эти фитили, блять, взял, ебаные. Ты фитили взял? Мать, блять. Ну не фитили, эти сигнальные. И да. Там еще оперативки, вот как вот как для Козлова, нахуй. Опа, подожди, сейчас я жирненького. Сочно, чтобы взорвалось в воздухе. Ну да, блять, это Эндерлорд. Ёб твою мать. Давайте на дежантик быстренько заскочим, облутаться. Давай. Патронами. Ну, и короче, его там охранник сканирует этим металлоспектром. Нож. А, ну ты знаешь, что это? Да, да, да. Сори. Это, бля, причем, ну, бля, размеры ножа меня больше удивили, чел. Типа, это был, ну, такой огромный 20-сантиметровый нож, а. Окей. Так, да, я сейчас выкину динамит. Там охранник за свою жизнь испугался, по-моему. Бля, ну эту хуйню тоже выкину. У меня есть динамит и связка динамита. Окей, блять, у меня тут говно выпало. Ну ладно. Блин, я очень надеюсь, что мне просто показалось, блять. Потому что чел прям вот смотрел в нашу сторону, двигался типа стрейфом, понял? Вот в эти кусты. Понял. Ебаные. Ну давай зайдем в кусты. Блин, он нас выебет. Вон, да, пидор, нашел пидора. Фу. Ихуя. Ебать. Давай стоим на нем, короче. Мы не по тебе попали, сука. Не надо попадать по моему другу. Слышишь, да, бегут? Угу. Там я видел одного тут. Спаркс ебучий, как назло. Ай, сзади, Сандро, сзади. Иду. Я попал по нему, Сандро, со Спаркса. Я хорош, убил его. Но тут еще один дружок его. Да. Ну тебя поджог, да, сучонок, блять. Он сейчас своего друга будет поднимать. Думаешь? Угу. А, нет, пока нет. Ну ладно, мне кажется, я тут все равно сдохну. Пиявка рядом, кажется. Бей! Я его не убил? Нет! Ты убил его. А теперь потуши мне родительство. Бля, Сандро, пиздец. А я не могу тебя просто возродить? Просто возроди, я потушусь. Бро, ну пошла. Это Эниус, бля. Бля, че, это... И, пожалуйста, мне вот это оружие. Кукареку, кукареку. Кукареку. Яйцо. Сука. Вылез хуй. Вот, вижу. Бля, лошадь, ебаная, блядь, зашел. По ногам стреляю. Да. Ну он в яде моем, Сандро.
Хорош. Убил. Блин, там еще дружки его пришли. Сейчас они тоже зайдут, блядь, прервут нам все нахуй. Да, вон, пришел хило. Убил. Хорош. И последний остался. Сейчас, посмотри, где он. Он спереди просто, типа, наверху. Но он не спустился еще к нам. Он, типа, вот а где-то там спрячемся. Вот. Блять, ну. Просто присядь. Вон, вижу пидора. Попал по пидору, с Андроя попал по нему. Блять, ну, я тоже кровотечение, на меня тоже кровотечение, да. Вон он, я вижу его. Бля, он флешку мне дал. Да, 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 да. Сандро, он тут! Есть! Ты он меня умер? Убил, чел, он меня убил с этим, за пиздец, запозданием. Да, да, что это за хуйня была? Ага. Не знает. Нормально, бро. Ну мы все, разъебали, чмойник. Он меня ударил, потом отбежал, ты его убил, и после этого я умер. А, ну я знал! Я знал, блядь, что так будет, поэтому... Ну, ты видишь? Умный, умный, блядь, голова. Чувствуешь, чувствуешь. Чувствую этот гейминг, да. Так вот, как на самом деле удобно, блядь, тайминг-то... Я его не бил. Это не я был. Тут написано «Неизвестный игрок» и, и показан Петр Пасцек. Это я, Эндер Лорд, это я, это я. То есть ты ударил, как, да, я его, не да? Знаю. А о, нормально. А мне джин и тоник. Ну скотаны, да вы чего гоните, блять, ребята? Я просто издалека смотрю. Опа. О, вы это видели, да? Ах, ах, ах. Сейчас я поднимаю, смотря друзей. На него. Да, 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 да. Все знаем. Давай ты его в голову просто, прямо, блядь, зарядил говно. Давай, встань. А с чего ты его убил? Я подниму. Один с другой стороны берега. Да, бля, и ты себя поджег. Ебать, ты прикол. Да ну нахуй, а. I love penis, новый мем, кстати. Бля, чё? Короче, всем спокойной ночи. Да ладно, спокойной ночи. Целую, вот вам. Хорошо покататься. Кавасаки. Давай, давай, хорошо покататься. Пока. На подсказку. А, то есть куда я бежал, вообще похуй. Ну ладно, хорошо. Вообще там похуй, знаешь, там похуй. Сандро, вообще смотри, нахуй джампскейр. Хуяк, бля. Ты сука блядская. Я зомби бил, а ты в нее прилетал. Зомби. О, новый мем, качануте. Готов? Бля, у меня запомни, Аллах, твой создатель, Мухаммад, твой пророк, ислам, твоя религия. Блять, а где вы это скачиваете, нахуй? Наверное, в этом, блять, в Мекке. Музыка для саундпада, а ну или так. Что? Музыка для саундпада. Музыка для релаксации. Заходишь на сайт Юпа. Я нихуя не слышу, что? Сайт. Дань, а вот это ты нахуй скачал, если не секрет? Какой сайт? Я просто куча... Типа выродок-то откуда-то такой? Ты же наш сибирский, я почему такой выродок? Блять, короче, скинь мне сайт, все, я все, заебали. Давно хотел трахнуть свою... ...которая решила не делать аборт. Даня был. ...свою подружку. Ее клон в этой порной игре. Здесь только ты будешь диктовать правила. Хорошо. Он убегает в ту сторону. Но выход у нас тут, мы можем как бы просто на выход пойти, если хотите. Ну или пойти пизды дать. Вот он стоит. Да почему в меня-то, блять, вы чё охуели? Пиздец, блядь. О, это же... Бля, Сиа Ламент или как она называлась?
Блин, я в тебя попал? Да. Серьезно? Да, да, да. Блин, пиздец. Босс белый. Это Америка 50-х годов. Да ебать, блядь. Ай, блядь. Откуда ты высрался вообще, блядь? Я просто, я вот реально, я тупо наверх смотрю, и у меня вниз идет, и я слушаю, я думаю, чё, блядь, откуда? Он... Блядь, у меня... Ладно, куда он перебегает? Он тут. Он в этой пристройке. Бля, менять... Опа! Сандро, ты это увидел? Скажи, что ты это увидел. Я это увидел, да. Че, другой склад, что ли? У тебя, что ли? Да, я подожжёг, все. Не, никак не попадешь. Нихуя! Бро, бля, бро, ты с кем играешь, бро, бля? Пиздец. Не, это просто заход такой, знаешь. Бля, ебать, колбл конвержен, апперкот модели, меткий глаз, повышенной точности. Там чел. А ты, он в тебя стрелял? Оп-оп-оп, я в него стрелял, потом он в меня. Блять, Сандро, это ты или я попал? Так, откуда ты? Ты. Я попал в этого чела, вон там. Увидел. Бля, ебать, хэдшот только в голову. Ко второго этажа можешь залезть, Андрей. Да, я как раз стрелял. Да. Че, охуела, дура? Давай, смерть! Ох, ох, ох. Двоих убил. Да ну, бля, серьезно? Да, ты двоих, я по звуку определил. Охуенно. О, и тут да, подсказку брали. Брали прикол с говном, ящичек с говном. И тут труп жирного. Ребят, у меня плохие новости, у них этот гарпун. Почему ты уверен, что гарпун? Потому что он взорвался? Потому что смотри, как его разъебало тело. Ну, я думаю, это гарпун. Ну, блять, реально охотники сидим, тело смотрим. Блять, тюрьма или карьер? Давай, слушай, подожди, вот чисто по логике, да, если подумать. Они бы сюда пошли, мне кажется. А звуки откуда только что взрыв был? Понял? По логике пошел нахуй, я считаю. Мне 35 метров убили. Пизда. Приеме. Если на батле ты забываешь про оппонента, то в гостях у бабы, наверное, дрочишь у туалета. А когда она говорит, Мирон, может переместимся на мое лобное место? Отвечаешь, я не трахаюсь с тобой, а пытаюсь перепрыгнуть свои достижения из прошлого секса. Блять. Отец батл рэпа на русском. Штампуйте сомнительный став. Ну и как мне? А, ну все, пизда, приплыли, блять. Ладно, попробуем по-умному. По тебе стреляли, иди из награду быстрее забирай. Точно, мы же в три выиграли. Все равно разъебал. Слева хуйло. Тихо, тихо, тихо. Попал. Попал. Бля, ну я два раза по нему попал. Ну. Он убил, отбежал. Убил, убил. Так, давай, раз. Двое там, двое там. Блядь, Сандро. Я тут, я тут. Попал один по нему. Ох, ты видел. Блядь, нет, не видел. Да там чел, сбоку чел. С правой стороны от дома. В доме прям, я пропалил этой. А, он зашел, видимо, да. Да. Фух. Ох, ёбаный молодец. Я только краем глаза заметил, что произошло, можешь рассказать? Бро, блять, все. Так, они оба на улице, Андре. Блять, как они оба на улице, сука, ну я прям бегу, прям. Я вот бегу, как могу. Один валяется, один мертв. Ой, один жив. Где, блять? Блять, дальше. Вон, под ним стоит, что? Около зомби над ним, над трупом прямо. Этот, блять, или что, не понимаю? Я не знаю, где второй. Он с крыши, он сверху, походу, стрелял. Да это зомби, блять, я не понимаю, ты что мне говоришь?
Да, где, второй где-то около тебя, я говорю. А, блядь. Ты говоришь, вот там стоит над зомби-труп. И чё, блядь? Чё это значит нахуй? Ничего, он в доме, чел второй, который меня убил. Ну, смотри, инфа, конечно, просто пиздец. Даже для протокола. Опа. Опа. Так где-то там. Убиваю бабку. Сейчас, сейчас. Что ты сделал, блядь? Мне квест убить огнем. Я не ожидал такого эффекта. Квест не выполнился. Блядь. Охуенно, блядь. Да ебать, говорю, вы чё, умные дохуя, что ли? А, спрятался, пидор. А, он прыгает, блядь. Вот пидорас. Он это кинул. Проволоку. Сука, да как я не попадаю? Так, блядь? Я попал по челу. Я всех покосил там. Я по каждому попал просто из своего Джеймс Бондовского пистолета. Бро, тут Эндерлорд тоже по людям попадает. Со своего Джеймс Бондовского динамита, блядь. Отлично. Сейчас я дымку сюда кину. Бля, тут другого выхода нет, что ли, с пещеры? Там же есть другой выход, типа. Андре. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Ну так стрелять, по-моему, хуйня какая-то. Одного убил, ебать, я убил одного. Упал. Ебать. Упал. Аккуратно, там этот, а ты стоишь так, чтобы тебя прострелить можно. Я просто слышал, что кто-то спускается, смотрю, там ноги торчат, блядь. Спускается, окей, ну потому что я думал, просто им сверху гораздо выгоднее стрелять. Так, дай-ка сейчас это назад. О, там его друг. Да. Жон, что, встал, что ли? Блядь. Мы друг друга убили. Я только ешку жму и вижу, хули он встал, блядь. А что ж ты, бро, сдал назад? Ну ладно, ну-ка сейчас приди, сейчас. Бля, да как я не вовремя это нажимаю, ты видел? Да, да, да. Вот за стеной. Отлично. Ты пиздец, бро. Ща нажму, еще нормально. Один хуй пойдет. Не? Окей. Короче, я что хотел сделать там? Трюк. Гранату кинуть туда. Угу. Нихуя себе! Эндерлорд, блядь. Пиздец. Восточный место спит. Было определенно интересно. Тихо-тихо-тихо. Оооо. На, возьми подсказку. А вы когда пукаете, вы потом какаете или просто пукаете? Что-нибудь типа того. Вот. И ты тут носишь такой, блять, нахуй ты еще и девочек это спрашиваешь. Вот. Чем мочу добавил, ёпта, зачем? Мочу? Мать, Нати. Ты реально мать Нати мочай назвал? Я сказал мать. Я сказал. Мне послышалось, мочу. Сказал мочу. Чью-то, наверное. А, чью-то. Может, тихо сказал. Может, сказал. Чью-то, да. Эрик, ты мочу, же сам не помнишь, что сказал? Я реально услышал мочу, блядь. Ну, возможно, тихо. Прям, все, я его наказал, я его в угол поставил. Не, в смысле, он не вернется? А, вот он тут. Я его в угол поставил, он подумал о своем поведении. В угол, понял. Дань, привет. Привет, Андрей. Я не шутил, я его правда наказал. Все. Сука. А жопа. Так. Ходите. Что ты не будешь делать, Даня? Ну, у меня до этого стоял 84 децибела. Мне было интересно, что будет, если я поставлю 107. Поставь максимум, Даня. Подождите, бочки интереса. Под дождем не взрываются? Нихуя себе. Дань, попробуй вот ради интереса, говорю... Ебануть максималочку. Какао, 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 какао. Ты чё так тихо?
Потому что я, блядь, слышу опять, блядь, это... Ну это какая-то пизда была, да? Наушников? Нихуя не тихо. По-моему, тихо, да. Че, Грин, я вижу. Вон он, вижу. Дурень, тут правда семья. Обик и Драга, друзья. Мы три мушкетера из романа Римарки Дубай. Блядь, не могу попасть. Я несколько раз попал с Краун Кинг, ребят. Их тут двое. Убил Ландра, у тебя убил. Вы же просто балаболы с подростковым ТСП. Заебись, блядь, спасибо. Ну это бы я убил. Да, ты всех убил, все, блядь. Эрик, ну ты тут сам виноват. Ну меня подними, я аж там лежу, присутствую. Блять, охуенно. А ну не дамажит так сквозь стенку, что ли, не понимаю. Сандрот, смотри. Смотрю. Нихуя. Нихуя. Ах, я слышу просто это. Один далеко-далеко где-то. Ох, как же я это люблю, блять, как же это люблю. Твои ноги, к ним подключены насосы, и они как бы изнутри, носок раздувается и давит тебе на ногу, как бы расслабляя ее. Я просто... Блять. Вот как будто уже, знаешь, даже вот, ну, типа, эпоху как будто бы. Даже не смешно, что? Как будто, что? Да, даже уже все, как бы, тут уже все, блять. Давай, я жертву с собой. Не-не-не, ну не так. Не, Эрик, если он в воде, то смысла нет. Сейчас. Куда давай. Ты лезешь? Смотри, давай. Ох, ебать, сын. Ебануло. Видел? Да. Не понимаю, Сандро, нахуй ты это делаешь? Да, и ты, и я умрем. Эрик, можешь еще раз пожертвовать, и я ебану шашечку? Давай просто его застрелим, блядь, я тебя умоляю. Ну, бля. Эрик, нет! Дерево крестишь. Один где-то вон там. Правее отметки, короче, чуть правее по метке. В поле просто стоит. А это, блять, меня. А если чирим, что взять по приколу? Вау! Бля, Эрик, рискнуть, не рискнуть? Нет, не надо. А так хочется, бля. Ну, рискуй, хуй с ним, давай, даю добро. Ха, даешь добро? Давай, заряжи. Ебать! Сюда. Нормально. Отлично, умер, блядь. Умер буквально одно хп. Сука, проу, не все, блядь. Йоу. Ебать ты прикол, блядь. Нихуя ты везучий. Блядь, везучий, да. Лучше бы этот уёбанный карьер. Бочка с говном. Слушай, что произошло в итоге? Бля.
Ну почему? Почему? А что? Я же вообще в пизду выкинул, как? Андре. Что? Да ну. Как это охуенно. Почему? Можешь еще раз включить момент этот? Я вообще... Ты че гонишь? Не, подожди, ты... Пидораска ебаная. Пидораска ебаная по факту. Тебе Эндерлорд из прошлого говорит по факту. Пиздец. Сиди по статье 228. Ну взорвайте, прикольно. Ты его привлекай. Да, я уже начал зажигать. Он спрятался нахуй за березкой. Это, блядь, самый, я не знаю, да чем нахуй ты думал, блядь? Не, самое смешное, что... О, блядь. Ой, а это что? Ты скоро сказал. Так, подожди, ну, теперь анкораптит? Ебать, ты видишь? Она сама себя анкораптит, да. Окей, изи. Ебаный в рот. Это чтобы ебать, ебать трип. Охуенно просто. У меня есть похожие записи из Overwatch'а на ноутбуке. Или на... Не, по-моему, на ноутбуке. Там тоже пиздец, типа... там тоже, короче, подобного рода пиздец. Ты сейчас тоже скоро можешь... Блядь, вот обычно, вот когда у тебя экран разбит, вот так вот выглядит. Тратишь 15 минут на этом. На госуслугах, ну, приезжаешь в этот, господи, как хуйня называется? Банк? Нет, банк, как хуйня называется банк? Ну, которые, госуслуги, которые... МФЦ? Сука, физические. Не МФЦ? Мои документы или как-то хуйня называется? Бля, мне хуёво. Да, МФЦ, да. Блядь. МФЦ, да. Ну ты пидор, блядь, я не сказал. Вот моментами нормально. Я разозлился, походу. И это, нормально видос стал. Да ты меня не слышишь, что ли? У тебя компьютер питается от негативной энергии. Не, как раз я сказал, а вот когда Сандро сказал, когда друг повторил твою шутку. Не, я услышал, что ты сказал, А, там, блядь, я же подумал. Я просто мысль договаривал. Сговорились, пидорюги. В МФЦ за 15 минут открывается ИП и ООО. Хуйня. Не, вот люди обожают эту хуйню. Сука. Да где же эта хуйня-то, блять? А вон он. Ебать, вы прикиньте? Чё? Я говорю, где эта хуйня? И Карпов на записи говорит, вот он. Бля, прикол.